Хочешь узнать, как пронести свои вкусности на концерт? Тогда смотри наше видео. Есть следующий. Эй! Ну и ладно. Покажи тату. Круто! Йоу, вот QR-код моего билета. Классный тату. Спасибо. Проходите. Отлично. Я прошла, и никто ничего не заподозрил. Теперь можно есть. Ммм, вкусненько. Наконец-то. Пропустите даму с ребенком. Спасибо. Вот билет. Проходите. Благодарю вас, люди добрые. Эй, стой! У меня есть билет. Концерт же уже начинается. Аккуратнее. Она пришла с ребенком. Моя любимая песня. А где моя сладенькая конфетка? Вот она. Иди к мамочке. Вкуснятина. Эй, так нечестно. Зато вкусно. Но у меня всего две вкусняхи. Я сказала нет. Ну, пожалуйста. Это же сам Джеймс. Да-да, это я. Дайте пройти. Держи. У меня его стакан. Отдай. Хорошо, что я и пою, и на гитаре играю. Правда? Конфетки. Уи! Все должно быть по правилам. Отдавайте напиток. Кто следующий? Я? Какой необычный плакат. Я старалась. Ха, можете идти. Спасибо. Ура! Наконец-то я здесь. Время перекусить. Это что, плакат из багета? Угощайся. Супер, спасибо. Проходите, следующий. Вот билет. Есть, заходите. Ох уж эти модницы. Ого, какая шляпа. Я уже на концерте. Пора съесть кусочек. Друзья, кто хочет пиццу? Вау, это пицца? Я тоже хочу. Угощайтесь. Я не могу в это поверить. Я новый байк купил. Вау, какие формы. Привет, мальчики. Есть. Следующий, подходите. Успокойся, парень. Еее. Что-то пить захотелось. Что происходит? Райан, посмотри. Ну вот, кола в шарике закончилась. Но во втором еще есть конфетки. Ты это видел? Эй, хотите конфетку? А, теперь все понятно. Все готово. Еще кто-то идет. Да что с этими штанами? Извините, я опоздала. Ничего, но с напитком нельзя. Ах да, как же я могла забыть. Спасибо, что напомнили. Супер, сработало. Вроде бы никто не смотрит. Пончик, настало твое время. Ого, да у тебя здесь полно вкусняшек. Делись. Ладно, держи конфетку. Спасибо. Классный концерт. Но как же мы пронесем наши сладости? Спокойно. Я знаю, что нам поможет. Игрушечный паук. Ух ты. Не трогай. Смотрите. Хаешки. Никакой еды. Ну, что ж поделаешь. Ой, у вас на руке паук. Помогите. Ха-ха-ха. Вот это охрана. Проходите. Что? Два смартфона? Зачем? Вот зачем. Чтобы один съесть. Вкусно. Ай!
Мои зубы! Ошиблась немного. Ну, пожалуйста. Нет, с едой не пропущу. Рок-н-ролл! Да, обожаю эту музыку. И эту конфетку тоже. Привет! Можно заходить? Можно! Супер! Аккуратнее! Это сработало! Теперь можно есть конфетки. Хочешь? Да, спасибо! Крутой лайфхак! Давай, Джеймс! Наши встречи под луною вспоминать будем с тобою. Надо бы подкрепиться. Эй, что со звуком? Бу! А что, певцы тоже хотят есть. Продолжаем. Это что, сэндвич? Нельзя. Все, нет сэндвича. Ладно. Стоять. Это что такое? Это просто футболка. Нет, это пончики. Да я даже не знал. Нет, так не пойдет. Ну вот, лайфхак не сработал. Добрый день, мы пришли следить за прожекторами. Проходите. Да, мы это сделали. Йоу, круто. Ставь мне стремянку. У нас получилось! И мне теперь все видно. Ой, ой, сильно болит? Давай пропустим. Конечно, проходите. Что же вы в таком состоянии пришли? Не могу пропустить концерт любимой группы. Ха! Он поверил. А сейчас я съем конфетку. Ой! Только не зуб! Да! Ух, здесь жарко! Симпатичный такой. Есть идея? Да и так будет прохладнее. Лови! Это что такое? Ого, мои фотки! Держи, милая. Вау! Спасибо, Джеймс! Позвони мне. У-ху! Получилось! Стоять! Еду оставляем здесь. Так уж и быть. Йоу, хай! Я его фанат. Вижу. И цепь как у него. Молодец, парень. Йоу, хай! Конечно, молодец. Чипсы рассыпаются, а лакрица липнет. Это было трудно, зато теперь вкусно. Хорошее фото. Ваша очередь. А здесь хорошее освещение. А что у вас в сумке? Еда? Какая еда? Это же объектив. Я фотограф. Ха! У фотографов есть свои секреты. Как же это вкусно! Ты такая стильная. Смотри, у меня здесь еще и секретик. Воу, крутая идея. Следующий. Это я. Проходите. Сработало.
Подожди, не так быстро. Еду оставляем здесь. Это еще не все. Может, конфетку? Возьму эту. Хороший выбор. Вот деньги. Теперь проходи. Стоять. Как насчет сладостей? Не откажусь. Только тихо. А вот и новый товар. То, что надо. Понравилось наше видео? Тогда ставь лайк, подписывайся на наш канал и не забудь нажать на колокольчик. До встречи!